Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня нам на ремонт принесли индукционную печку Huracan. Их принесли три штуки, кстати. Ну, наши друзья, да, самогончики. Смысл какой? Включаем ее, смотрите, никаких признаков жизни, да, все это. Все понятно. Выбило предохранитель 100%. Зачем его выбивает? Скорее всего, две причины. Выбил ОБТ-транзистор. Скорее всего, да. Мост никогда просто так не убивает. Убивает ОБТ-транзистор. После этого убивает мост. И выбивает предохранитель. Она мертвая, просто мертвая. Ключная сеть. Что мы сейчас с ним делаем? Разбираем и пытаемся монтировать. Участвует в нашем... Ну, это не эксперимент, это уже у нас... Могу показать, у нас много таких плиток. Кстати, там вот здесь... Как бы они уже умершие, ну, которые невозможно сделать. Это, я думаю, мы сделаем. Ну, их три таких одинаковых. Будем пробовать. Да, если что, обращайтесь. Мы не одну печку такую сделали, сделали их несколько десятков. Обычно там неисправности одни и те же. Горит ОБТ-транзистор, мост. Ну, там еще кренки, там бывают еще многие трудности. Мы находимся в городе Белгород. Если вы находитесь здесь же, то есть как бы сможем вам помочь. Так, сняли плату, посмотрели, померили транзисторы. Собственно, две штучки. Один в коротком замыкании, другой остался живой. Решили поменять оба, уже впаяли. Подкручиваю их до конца и, собственно, пробуем запуститься. А какие были модели транзисторов первые? Так, которые стояли у нас H20R1203, поставили 20RT, какой 5, там был, 5. RT5. Да. Просто не стали, у нас второго такого нет, 1203 самый распространенный. Эти помощнее транзисторы, просто как получится. Заработают, не заработают, да, потому что, ну, разница на самом деле не критическая, 1,6 вольта и 1,82 напряжение, да, открытие затвора, напряжение сток. Да, но у них побольше ампер, тут 40 ампер, да. 20 было, правильно? Из-за этого, я думаю, должны подольше жить. Ну да, если, конечно, они тут заработают. Мост остался целым, предохранитель был выбитый, да? Да, предохранитель сейчас заменим. Мост выжил, как бы, а... Такое бывает, на самом деле, в этих индукционных печках. Когда, да, на удивление. Да, сгорает транзистор, по идее, должен быть выбит мост, но мост по какой-то причине выдерживает. Ну, по той причине, что предохранитель успеет сгорать. Хотя были такие многие вещи, когда, помнишь, у нас было, что транзистор вылетал, мост оставался целым, но предохранитель даже, по-моему, целый оставался. Или предохранитель... Транзистор пробит, по-моему, да. Вылетает, да. Короткий, в любом случае, приходил летать. Не, бывает, что, счетчики вырубается. Да, вырубает, как бы, да, автомат на счетчике, да, и приходит целый. Если ее, конечно, не носил или несколько раз не включали. Поэтому сейчас вылетела индукционная печка. Никогда сами не лезьте, никогда там не пробуйте патроны включать, если выбило. Да, потому что 1600 вольт по рукам получить приятно будет. Это не в этом, то есть вас выбило счетчики автомат. После включения этой печки, значит, вообще не включайте, потому что вы выбьете мост, возможность приходить целый остался при повторном включении. Стоит этого делать. Вот так печка это выглядит. Это у нас Huracan 3,5 киловатта. Печка 18-го профессиональная, года. Ну, бюджетная, но профессиональная, как бы на металлическом корпусе. Вот так она выглядит. Я вам покажу. Нам на ремонт принесли таких три печки. У всех разные. Вот они так разобраны были с двумя вентиляторами. У них разные там идут неисправности. Но вот первую как бы сейчас собрали, будем пробовать, что из этого получится. Транзисторы впаяны, одинаковые, просто разные впаивать не решились. Будем проверять. Так, а предохранитель, выбит предохранитель был? Да, я же сказал, сейчас заменим. Ну, предохранитель сейчас заменим и будем собирать. Давай. Так, собственно, производим установку всего обратно. Под катушкой покажи там, что. Да, то, плата, что плата пока, плата пока не прикручиваем, потому что нет, пока надо проверить. Сомневаемся, да. Хотя все равно сейчас на болтик перекручу, потому что в корпус цеплять слишком уж. Вот так все собирается. Отпятыми не будем, людишками. Товарищ Александр заканчивает сборку печки. Товарищ. В тест-режиме.
Да, в тест-режиме без болтов называется. Ну, чтобы проверить, мало ли что, может, резистор не подойдет. Так, хотя встало. Вроде бы как один. Так, я закрою обзор немножко. Да, ну так все стандартно подключается. Ну и включимся, когда будем проверять. Так, собственно, собрали печку. Ну что, бахнет, не бахнет? Включаем, да. Ну, выбить шоу-удлинитель там. Вот так. Есть первый контакт. Живем, она, водичка есть. Она была полностью, там вода есть, если видите. Ну, давай. Час икс. Так, все, работает, подожди. Надо тогда подкинуть. Ну, все, она заработала. Что подкинуть? Смотри, бедняга ее шарашит. Вон, подожди, покажи людям. Снизу стоит печка. Запускаем эту. А, да-да-да. Если индукция как-то... Да-да-да. Это вообще не подключено, если что. Так, все, пошло. Надо теперь термопасту везде кидать. Да. Отлично. И проверять на максимуме. Так, ну вот заключительный этап. Все собрано. Александр проверяет. Да. Сделанную ему работу. Давай. 3,5 киловатта. Вбахивает. Ну, конечно, маленькая емкость для такого, ну ладно. Все, дымок пошел. Печка заработала. Естественно, перед тем, как отдавать ее клиенту, мы ее, естественно, погоняем. Потому что транзисторы тут немножко не такие, как там были. Па, сеть не выдержала. А, это может быть 3,5 киловатта удлинитель не держит, кстати. Ага, все, я понял. Это самое, это надо... Ой, там аж провод обвис. Не-не-не, это не выдерживает. Удлинитель там до 200 киловатт держит. Ага. Там ключи знаешь куда? В нормальную розетку, сеть. Нормальную розетку. Ага. Так, вот, собственно... Включили большую розетку, скажем так, она держит 3,5 киловатта. Проверяем. Все пока нормально. 3,5 киловатта. Это розетка, это выдерживает. Как видите, происходит закипание. И плавление металла, потому что воды мало. Ничего страшного там не произойдет. Все работает. Давай снижать, сейчас реально выкипит. Да, на камеру это показывать не будем, мы еще погоряем немножко. Ну, все вроде удалось. На этом пока, подписывайтесь. Очень много обзоров, еще 2 плитки есть на ремонте. Возможно, один ролик выложим, возможно, сделаем отдельный ролик. Всем пока!